природа засыпает, но мы должны город зиме передать в чистоте, в порядке. Сегодня более 25 площадок, большое количество людей вышли. Отличная погода, отличное настроение. Прибираемся там, где нет контракта у наших подрядчиков. Ну и помогаем нашим садам, паркам, скверам тоже навести порядок. Самое главное, что в этой уборке принимает участие большое количество детей, молодежи. А это самое главное, прививать любовь к своему городу, к своей территории, ведь чисто там, где не мусорят. Поэтому каждый человек, который хотя бы раз в жизни принял участие в субботнике, он не будет мусорить. Поэтому увеличим количество людей, которые любят свой город.